спрос в основном идет на бакалейные товары, на макароны, на подсолнечное масло. Мы стараемся успевать заполнять полки. Есть какие-то проблемы с доставкой товара. А так, в принципе, ну, вот тот ажиотажный спрос, который сейчас наблюдается, он в основном, я думаю, ну, вызван самим населением. Особых причин я не вижу. Единственное, может, там вот этот доллар поднялся там или что-то. Ну, мы, во всяком случае, товар не придерживаем нигде. Мы его, на него цену не поднимаем. Стараемся все в наличии, чтобы было. Ну, все, что от нас зависит, мы это делаем. И будем делать. Есть некая паника какая-то непонятная. Ну, в принципе, понятная. Ну, сильно паниковать так не стоит, я думаю. Товар есть, его просто не успеваем выкладывать на витрине. У нас работают такие же люди, они не роботы. И они просто физически не успевают выкладывать. Народ весь ринулся на рынке. И ну, не могут они одновременно все сразу положить. В такой спрос удовлетворить. Мы можем, товар есть, но мы не можем выложить их одновременно на витрины. Поэтому и получается вот такой вот коллапс. На сегодняшний день, в общем, товар у нас есть. Мы опять же не успеваем его разгрузить. Люди не дают этого сделать. Так у нас товар есть, вот крупы есть, все.